Необычный турнир на одноколесных велосипедах прошел в Наукограде. В Дубне впервые состоялся межгородской матч по унипола. Несколько десятков унициклистов сразились на площади перед городской администрацией. Дубна выступила против Москвы. В унипола команды встречаются впервые, и у обеих примерно одинаковый стаж. Всего второй сезон. Игру спортсмены придумали сами. Ее цель – торцом клюшки забить мяч в ворота соперника, балансируя при этом на одноколесном велосипеде. Инвентарь мастерили из подручных материалов, например, из водопроводных труб. Стратегии команды выбрали разные. Столичные унициклисты все силы бросили на нападение, дубнинцы – на защиту. У всех немножко по-разному представление. У них больше хоккей, вот сейчас у ребят, да, стиль. Нам чуть больше, ну, чаще мы играли в стиль, знаете, когда вот на лошадях, в поло, шляпка и правильный пас. Вот это была основа. Команда из Москвы оказалась достаточно сильной. Вот. Играют энергично, очень активно, агрессивно нападают. Вот. Ну, в первом тайме мы, конечно, немножечко просели с защитой. Вот сейчас защита ворот, да, сейчас этот момент мы исправили, и, конечно, игра пошла немножечко в другое русло. Завершился матч со счетом 10-7. Москвичи уступили команде Наукограда. После игры гости из столицы отправились на экскурсию по городу на одноколесных велосипедах.